Наша земная жизнь начальна и конечна, такова воля Господа, и все наши дни у Него сочтены. Человеку верующему принять это не так тяжело, как неверующему. Он верит, что за земной жизнью следует жизнь вечная, вне времени. И только вера спасает, когда теряешь самого близкого и родного человека. Вера в то, что Бог даже в минуту ухода из всех возможных вариантов посылает самый лучший. Здравствуйте, с вами программа «Вторая половина». Рядом с детьми и внуками матушка Елена оживает, улыбается, дарит свою любовь и купается в их любви. Теперь ее жизнь посвящена им. На этой же земле живешь не просто так. Ты же должен что-то сделать, что-то успеть сделать, какие-то добрые дела. Получается, ты все равно уже наполовину как бы обделен. Твоя половина же уже ушла, она же не рядом все равно. Ее половина – протоиерей Анатолий Сорокин. Благочинный Батыревского и Шамуршинского церковного округа Чебоксарской и Чувашской епархии. Настоятель храма Святителя Николая в селе Янтиково Ярчикского района. Внимательный муж и отец пятерых детей. 24 апреля 2010 года на Светлой Пасхальной Седмице он был застрелен во время вечернего богослужения. Когда живешь с таким человеком, ты, наверное, этого просто не осознаешь. Человек общается же с тобой обыкновенно, как обыкновенный человек. Когда он уходит из этой жизни, да, ты, наверное, уже начинаешь задумываться, что-то вспоминать. И, конечно, воспоминания возвращают к самому началу. К первой встрече, которая произошла в Троице-Сергиевой лавре. Отец Анатолий, тогда просто Анатолий, учился в Московской духовной семинарии, а для матушки Елены Сергиев Посад – родной город. Там и сейчас живут ее родители. Она родилась в семье художников. Родители окончили Абрамсовское художественное училище. Мама сначала преподавала в художественной школе, потом возглавляла ее. Папа тоже преподавал и работал в художественной мастерской. Воцерковленная семья не была до встречи со священником, отцом Анатолием Провадой. Это знакомство помогло прийти к Богу и свое творчество посвятить Ему. У меня у мамы процесс был всегда. Она всегда чем-то занималась. Она и гобелены попробовала ткать. И керамикой там вот по своей профессии они что-то расписывали, занимались. И папа и картины писал в какой-то момент. Ну вот когда уже более церковные люди стали, конечно, посвятили больше жизни уже. Вот папа иконописью, а мама вот шитьем занималась. Именно золотым шитьем лицевым. Детство Елены прошло в атмосфере творчества. Но ей, как старшей из четверых детей, пришлось рано научиться и многому другому. Все, наверное, по хозяйству. И сварить, наверное, и покушать, и посуду помыть. Мне кажется, это даже не обсуждалось. В больших семьях, мне кажется, это само собой происходит. Из окна их дома была видна Троица Сергиева Лавра. Не случайно на множестве ее рисунков эта святая обитель. Тогда, в середине 80-х прошлого века, еще сохранялись социальные запреты на посещение детьми храмов. Учителя приходили во время больших праздников, кто ходит, кто не ходит. У меня был даже такой случай, что вот на Пасху там ограждения стояли вокруг лавры и старались молодежь не пустить. Мы даже делали так с девочками, наряжались там в бабушек, какие-то старые платки одевали, там что-то, чтобы в лавру пройти незаметно. У нас даже вот как-то между нашими друзьями, ребятами как-то принято было даже вот любой экзамен, любые там какие-то, жизненные трудности, что ты с утра бежишь к преподобному. Тогда за рубль свечка как-то было
дорого, что ли? Или цветочек купишь там где-то, или с огорода сорвешь розочку. То есть вот при подобному к мощам мы бегали, да. Ну, как ребенок, он все равно к свету стремится. Все равно первым делом просыпается и, как говорится, видит солнышко, я так думаю. Поэтому ощущение вот этого детского, наверное, такого видения Бога, что ли, наверное, у каждого ребенка есть. После школы Елена тоже выбрала творческую профессию, поступила в Сергиев-Посадский техникум игрушки. Окунулась в увлекательный мир новых знаний, техник конструирования, росписи, оставаясь при этом верной своей знаменитой землячке, русской матрешке. Преподобный Сергий ведь тоже делал игрушки, и это с этого пошло. Посад славился игрушкой. Рядом с преподобным Сергием они и познакомились с будущим мужем. Две компании, девушек-студенток и ребят-семинаристов, в один прекрасный день объединились в одну большую. Как раз масляная неделя была, договорились на санках покататься. Все вместе. Ну, так познакомились. Потом Великий пост, не до встреч. Так иногда пересекались в храме на службах. А после Пасхи Анатолий Сорокин сказал Елене о серьезности своих намерений. Мне кажется, все душевно как-то сошлось. И я даже не помню. Такого предложения, мне кажется, официального не было. Вот все было ясно и понятно. После свадьбы молодые вернулись на родину мужа в село Турунова Батыревского района Чувашии. Поначалу ее спрашивали, как она, практически москвичка, решилась уехать сюда, где другая культура, другой язык. Отец Анатолий чуваш по национальности, и в его родной семье, в родном селе, разговаривали на чувашском. Елена же на все расспросы отвечала с улыбкой. «Мужа люблю и буду там, где он». Уже через месяц после венчания отец Анатолий был рукоположен в священство. Сначала он служил в Канаше диаконом, а когда вот рукоположили священники уже, когда уже на приход уехали, вот как раз у нас Иннокентий родился, ему годик было. Вот как раз началось строительство храма одного. Жили Сорокины в Турунове. Храм отец Анатолий начал строить в селе Янтиково, где служил, за 20 километров от дома. С раннего утра и до позднего вечера священник был там. Матушка Елена оставалась дома с детьми. У них с отцом Анатолием после сына Иннокентия появились на свет дочери – Зоя, Мария, Ольга, Александра. Но при всем этом храмостроение батюшки не проходило без участия матушки. Я когда с детьми, когда дома, когда вот у меня каменщики, работники обедать, то обедать привезет, то в баню помыться, то ночевать у нас. Вот так вот время проходило. Это постоянно были у нас люди, друзья, знакомые, начальство, как говорится, всегда надо было кого-то встречать, провожать. Без людей, наверное, мы ни одного дня не проводили. То есть у нас дом кипел всегда. То есть старался как-то всех привлечь. Свято-Николаевский храм села Янтиково еще продолжал строиться, но в нем уже начались службы. И настоятель, отец Анатолий, с Божьей помощью взялся за строительство каменного храма в селе Батырево, районном центре. Руководство района и жители идею поддержали. Матушке Елене пришлось мириться с тем, что муж опять дома не бывает. Да много искушений было, мне кажется. И уныние нападает, и между нами иногда бывают какие-то несогласия. Потому что, ну, человек есть человек. Он по-своему, как говорится, грешный в любом случае. И я иногда, может быть, не всегда хотела смириться, где-то перетерпеть что-то. Тоже ведь все время находиться без мужа, это же тяжело, не хочется. Всегда хочется, чтобы у тебя тоже какая-то опора была. А его почти всегда дома не было. Естественно, он все время был в разъездах. Все время, как сказать, добытчик. Ему все время надо было найти какие-то стройматериалы, какие-то средства. На словах он не очень такой вот был красноречивый, чтобы вот так вот приласкать. Он как-то вот сам своим примером, мне кажется, горел. У него вот было очень большое желание это сделать. И вот он всем этим видом, всем своим желанием, своими делами, наверное, вот этим он, мне кажется, больше показывал, что вот
надо его строить, храм обязательно надо строить, а все остальные дела подождут. Отец Анатолий вырос в глубоко воцерковленной семье. Его мама воспитывала детей в христианской вере, вопреки всем гонениям на нее. Сестры отца Анатолия со временем приняли монашество или стали женами священников. А он, 18-летним призывником, попал на афганскую границу, в самое пекло войны. Он никогда семье не рассказывал о том, что пришлось увидеть, но именно там, по словам его сестры, дал обет. Если останется жив, посвятит жизнь служению Богу. И обет сдержал. Наверное, временами не всегда понимала. Вот так сказать, чтобы вот как вторая половина вот поддерживать. Да, поддерживала, конечно, но иногда человек просто физически, наверное, может, не всегда хочет понять другого человека. Это трудно. За достаточно короткое время в Батырево выросли стены каменного храма. Были установлены купола, освящены колокола. Отец Анатолий ждал осени, когда основные работы закончатся и можно будет, как он говорил, въезжать внутрь. В этом он признавался матушке Елене весной 2010-го, незадолго до того трагичного дня в Янтиково, куда на службы они обычно ездили вместе. Ну, как ты сказал, давай, ты сегодня дома, тут хозяйством занимайся, завтра поедем на службу. Ну, так получилось, что уже не пришлось. Ну, на территорию там привезли ели сажать. И наша староста, она вызвала его на улицу во время кафизмы. Вечерняя служба шла, чтобы он немножко показал, как там, где, чего. Указания дал. Вот в это время его один мужчина, в общем, он застрелил его из самодельного оружия. Смерть была мгновенной. Самодельная пуля попала в артерию. Человека, который готовил преступление, который ехал в село Янтиково на общественном транспорте и попутках, психиатрическая экспертиза признала невменяемым. Ну, он там какие-то такие вещи говорил на суде, что вот мне свыше было там дано задание, чтобы я ему помог уйти из этой жизни. Вот что-то такое говорил он. Ну, какую-то несуразицу. Попрощаться с любимым батюшкой пришло столько народу, что пришлось перекрывать проезжую часть. А матушка Елена вновь и вновь прокручивала в памяти его последние дни и убеждалась, он ведь знал, что его скоро ждет. Почему-то ведь заезжал в этот день домой несколько раз, хотя не собирался. Почему-то надел на последнюю службу новую рубашку со словами «Как думаешь, не жалко ее?» Вроде бы мелочи, в то же время. И последние слова были, а вот как ты будешь без меня, мамочка? Я говорю, а почему без тебя? Ну, вот, видимо, что-то чувствовал, что-то его беспокоило. Почти 12 лет отца Анатолия нет в этой жизни. Но он рядом. Матушка Елена это даже не чувствует, знает. Как-то он в белом облачении пришел во сне своей сестре-монахине. «Не плачьте, мне хорошо», — сказал. Отцу Анатолию было всего 46 лет, когда он ушел в вечность. Память о нем — два храма на родной земле, в которых его всегда будут поминать. Его продолжение — дети и внуки. Его зять Федор Степанов, муж дочери Зои, депутат городского собрания, тоже храмостроитель. В Епархиальном совете ответственны за возведение собора преподобного Сергия Радонежского, самого величественного собора в Чебоксарах. В свое время Федор был и подьяконом, и правой рукой почившего владыки Варнавы. Вырос он там, владыки, и вот окунулся в эту жизнь, видимо, и так до сих пор старается. Напоминает отца Анатолия, тоже такая же беспокойная жизнь. Тоже такой же высокий, активный. Матушка Елена живет в том же доме, в Турунове. Занимается хозяйством, привечает внуков и творчество не оставляет. Вот шитье было, немножко работа была, я этим занималась. Потом в Москве вот на роспись храма Дивеевское подворье. Я там помогала, папа у меня расписывал храм с младшим братом. И
ну, с бригадой со своей расписывали, меня взяли орнамент помогать. Орнамент помогала там расписывать. Это поддерживает, помогает в жизни. А спасение и утешение матушки Елене в молитве и в вере, что Господь не оставляет ни ее, ни ее мужа. Он прошел вот этот путь, вроде бы не дожил до старости, но вот он его так активно жил, так активно старался для церкви строить, что-то делать. Но так полноценно, мне кажется, прожил, что вот есть какая-то вот такая уверенность, что Господь таких людей, наверное, не оставляет. Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.